Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 277 упражнение. Необходимо проанализировать предложение и выписать словосочетание с наречиями, которое пишется через дефис. Итак, по-прежнему машет, сошло мало-помалу, стало уходить почему-то, бежала куда-то, плакал где-то, высились кое-где. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.